Всем привет! Рассмотрим сегодня электрическую сетевую снегоуборочную машину Starwind EST-2000L. У меня уже была просто модель 2000 без L, что это означает, узнаем чуть дальше, а пока посмотрим на ее сборку и так далее. Приходит машина в картонной коробке, на которой есть изображение самого устройства, а также на обороте характеристики. Машина полностью готова, кроме того момента, что нужно просто установить на нее ручку, за которой вы будете толкать ее и держать, а также включать. Небольшой блок с мотором и шнеком оснащен ручкой, а также отверстием для выброса снега. Пластиковые колеса помогают при перемещении машины, как просто транспортировке, а также во время работы. Шнек пластиковый, толщиной около 4,5 мм. Его достаточно для переработки даже мокрого снега, ну и небольших каких-то льдинок. Две фары, которые помогут работать в темное время суток, как раз таки это то, чем отличается модель 2000 от 2000L. То есть здесь просто добавлена буква L, Light, свет. Сборка простейшая. Просто вставляем крепежи в свои места и затягиваем барашками, в которых есть гайки. Возможно, даже инструкции не понадобится, так как все очень просто. Поэтому можно взять удлинитель побольше и отправляться на борьбу со снегом. Высота захвата снежного покрова равна 30 сантиметрам, но даже если будет немножечко больше, как бы не проблема, он все равно ее спокойно переработает. Ширина колеи чуть больше 40 сантиметров. Фактически один его проход это больше стандартной снеговой лопаты, а два захода это в принципе уже больше, чем скрепер. Колеса без труда помогают преодолеть какое-то препятствие, так как у меня под снегом здесь рыхлая земля, которая замерзла в том состоянии, в котором осталась после осени. Сразу стоит предусмотреть такой момент, куда выбрасывать убираемый снег. Так как если участки расположены близко, а забор невысокий, то снежный фонтан легко пересечет его и просто будет выбрасываться соседям. Но близкое расположение забора, а также и достаточная его высота, как видим, помогает защитить соседский участок от снега. Но при этом спокойно расчищает дорожку для прохода. Если вам надоело лопатой чистить снег, то вполне вероятно, что сетевой снегоуборщик будет спасением, так как в отличие от бензинового, он работает тише, он работает без запаха и хранить его в целом проще, потому что в основном они меньше. Данная модель оборудована фарами, и я считаю, они здесь не лишние, так как зимой темнеет рано, и после работы убирать снег в темноте не всегда комфортно, а на участке освещения иногда не хватает. Поэтому фары, если и не спасение, то однозначно подспорье в уборке снега. На этом я завершаю это короткое знакомство. Всем спасибо, всем пока!